Discovery вместо родных мостов пожелали установить мосты от Nissan Patrol. Мосты 61-е. Напомню о ней. Чуть-чуть шире 60-х, покрепче внешней своей частью, то есть больше размером кулак, больше размером поворотный шар, соответственно, больше размером граната. Соответственно, мост за счет этого получается крепче. Средняя часть, центральный редуктор, точно такой же, как на 60-м патруле. Что мы имеем по этой машине? Чтобы установить такое вот 38-е колесо, нам пришлось заднюю ось сместить назад. Из-за этого строим фулинг. Когда соберем, снимем полный обзор. Передняя подвеска остается штатная, патроловская. Кстати, с рулевым редуктором от Патрол. Родной нам тоже не подошел. Снесли все крепления его. Отрезали все крепления подвески на раме и полностью построили новые.